Веселенько идет, прям улыбается. Тык-т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 ык на четырех лапах своих, ё-моё. Тык-тык-тык-тык. Он прям такой счастливый идет. Ща похаваю. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутен Паут, а в данном ролике мы будем приручать Ноглина, поэтому желаю всем приятного просмотра. Это самый простой способ его приручения, поэтому смотрите и запоминайте. Пациент на здоровье съедает. Кто? Жесть. Поняли перекрыть проход и принесу сову. Вован, поменяй ему траекторию. Пусть сюда бежит, вот. О, козёл. Опа. Нет. Вон Вова под контролем. А Вова меня хотел гарпуном. Я увернулся. Вернулся от бана. Вову не жри. Куда ты меня тащишь? Куда ты меня тащишь? Ты прикинь, он Вову под контроль берет, и Вова в меня стреляет. Так, хорош, стреляй. Эй, он стреляет, берет. Он в меня попасть пытался. Я увернулся. Это что было? Опа, черепаха пошла. Нифига. А, они же там все на пассиве должны стоять, как это? Они вообще, блин, черепаха черепаху жрет. Нормально, нормально. Так и должно быть. Он должен на большой черепахе домножить маленьких черепашек. Когда Вову он под контроль взял, я испугался. Я думал, сейчас меня Вова в сети опять поймает. А что, они спят, что ли? Да. А что они спят? Крянь недомогание. Какой? Такой. Он на выход бежит. Ну именно человека охота. Может, мне ему отдастся? Ну давай я ему отдам сейчас. Главное, чтобы у него привлечение сильно не спадало. Пусть мной полакомится, потом пусть на черепах переходит, а то я еще зря все это делал. Он именно человека сейчас хотел. Ну исполним его желание, чего уж тут. Так и быть. Раз хочешь, что получишь. Ай, моя мозга. Теперь он потекла. На меня, Сагрин. Да Даня! Да, на тебя, Сагрин. А на черепаху не хочешь? Не так выкрутить. Я черепаху сюда завести. Ну за что? А вы знали, что... Чем больше черепах мы потеряем, тем хуже. Да ну. О, давай так держи. Сейчас ну, вот так вот попробуем. Вот он только размораживается, как всегда, видишь? Ну, давай так. Понял, понял, да. Ну, для ПВЕ пойдет. ПВЕ? Ну да. Ну, он очень хорошо там. Ну, 60. О, вообще красота. Надо пересесть ему на другого. Быстрее тогда начинает. Они знаешь, короче, что сделали? На дне на самом там нельзя ставить. А если повыше вскарабкиваешься, то там везде, где хочешь ставить. О, бараны, конечно, я в шоке. Офигенно идет. 80. Слышь, сейчас следующая сова, мне кажется, будет. Кто летит? Я летаю. Что, уже на нерв? Да. Еще 20%. Сейчас пересядет на кого-то. Все, 100%. Все, он наш. Ай-яй-яй. Я нового сюда веду, кстати.
Ага, да я тогда этого сейчас заберу, где он? Софлайт какой? С 90 какой-то там. 85-й, ладно, ура. Сафу. Сафу. Блин, а тут нету отдельных. Тут нам репликаторы есть только... Ой, это... Куда танцпорт? Ты летаешь, дура, ё-моё? Столько напорчики, блин. Вот с тем все хорошо было. Ну, потому что очень маленького уровня, поэтому быстро... А он с черепахи на черепахе скакал, а тут с чем проблема? В его аутизме. И где? А, вон он. Вот 9,8. Вроде умное существо, а глупый пипец. Ну, вроде умное существо, но а чё оно не садится? Не знаю, его только не раздавить, её, мы. Ну, в текстуру его не загонить. Да чё? Он должен живки на живку скакать, чтобы там линия шла. Ну только как это до этого добиться? Он иногда скачет, а иногда такой... Надо голову в черепах ставить. На 140-й уровень надо было бы какой-нибудь... во, всё. Ну, сейчас соскочу. 228% достал и пошёл ему гулять, 228. Кент. Надо смотри как. Можно черепах поставить цветочком в центр головой, и может быть он будет по ним скакать. Тему с скачкой из головы на голову. Народ, а может давайте кто-то из вас придет, я вас приму, дам там админку и пойду. Да блин. Не, мы сейчас. Может не ты пойдешь? Тогда. Воу. Ну, чё... Он соскочил, короче, и теперь просто в панике вокруг них бегает там в центре круга. Пусть так. Так бегай, сейчас мы же решимся, что. То есть все. Ну все, попал. О! О! Да, ты тут! Давай, надавил мозги наконец-то свои. Ну да. Или где-то там есть. Что? Что? Где? Что? Где? Я где? Да. Сейчас скажу. Ну, это не важно, потому что иди на портал, я без шмоток я понял. А? О! Ебать, сработал баг, сука! Какой баг? Прыгнул с наших корней, начал крутиться и не сдох. Ну вот. 8 хп осталось, но... Так, чё ты ему мешаешь? Я его и не мешаю, я просто черепаху повернул, а то он её развернул. А. Короче, работает система, он должен по кругу их есть. Да, вот сейчас узнаем, слышь. Работает. Если он так притомится, то тогда да, работает. Ищите еще одного. Ну, то есть, подожди, ё-мо. О! Перестал работать, да? Ну, он сейчас вернется же. Ага, куда? Просто найти не может ту, которая без этого. 29. Давай, ну пусть открывай, сейчас обратно загонит, пока это не спало. Да, ну ты глупый. Так, вот давайте титаны загандохнем по фасте, нас... чтобы у нас У нас нет животных. Виверн. Реально, вышли. Заметьте, виверн. Бесполезно, Вов, трансмиттер не с пустынного падает. Трансмиттер падает то ли с лесного, то ли с ледяного. Гига, не придется его гнобить. Не вижу смысла от уровня у него, потому что он сделан для того, чтобы брать под контроль и все. Так не, ну суть заключается вообще-то в том, что если это... Он не может брать существ с другого игрока, если они выше уровнем, чем он сам, чем Ноглин. А-а-а. То есть вот этот 30-й, который сейчас на мне сидит, он бесполезен. Ну в целом, да. В PvE, правда, это не работает. Да. А, это. Слез. Еще и опять глючишь.
Зачем его прирученного кормить? Мясом, конечно, чем же еще? Чем, по-твоему, он может питаться? Ну, явно же не ягодами. Ну, мозгами. Ну, мозгами у такой еды как бы нет. Или ты хочешь мозги аллозавра ему скармливать? А чё бы нет? Назад идет. Постал. Фух, я боялся, что он на Вову прыгнул. О, повезло, повезло. Хорошо. Пересел дальше. А что у нас макрофаги тут летают? Я не знаю. По кайфу? Наблюдаю. В поисках. А что, эффективность упала? Странно. Она всегда падает. А что? Потому что он слезает. Потому что нет, потому что он очень долго, типа, его нужно либо спидранить каким-то образом, я не понимаю вообще каким образом, либо еще что-то, либо это баг, кстати, есть вероятность, потому что, ну, типа, у него эффективность просто так пропадает. Ты что сделал? Ну обосраться можно. Нормально. Вот так двойка залетела, слышишь? Хорошо, сова топовая. От меня ты что сбьешь? Аж по 41 единице по воле домашнего. Хороша сова. Сейчас нет. Попозже. Агрессия проявляется, его чувствую и прямо отсюда. Ну давай, чел, сядь уже, никого не. Пара процентов осталось. О, сел. Ля, пимав его. Ну все, затомился. Ну что, тогда ведем сюда 50-го и потом уже сваливать можно, да? Да. Мне кажется, тут по кайфу можно их побольше не заметить. Меня заставили так. Что за фигня? А, готов? Ну что ж, надеюсь, тебе понравился данный ролик. Подписывайся на канал, ставь лайк, не забывай писать комментарии. Всем до скорых встреч, друзья, и всем пока.